А теперь обо всем более подробно. В этом году в ряде городов столичного региона намерены перенять опыт создания единой диспетчерской службы ЖКХ. В Люберцах проект запустили в конце 2017 года. Из 34 управляющих компаний округа к системе не подключены только 8. Как заявил глава Люберец Владимир Ружицкий, этот вопрос будет решен в течение ближайших 2 недель. Об особенностях системы ЕДС и выполнении поставленных задач в нашем сюжете. Оператор Татьяна, здравствуйте. Можно адрес говорить, пожалуйста? 24 часа в сутки, 365 дней в году. По такому графику работает ЕДС ЖКХ в Люберцах. В день на горячую линию контакт-центра поступает порядка 1200 обращений. И чтобы разобраться с проблемой, операторам необходимо не более 3 минут. Единая диспетчерская служба была создана на базе управляющей компании в Люберцах, это ЛГЖТ. За 2 года своей работы она показала себя с очень хорошей стороны в части приема заявок, их отработки, также в аварийных каких-то работах. Операторы ЕДС ЖКХ принимают заявки по таким вопросам, как сбой в подаче коммунальных услуг, содержание дворовых и общегородских территорий, подъездов, детских площадок, мусоропроводов, эксплуатации газового оборудования. Если у вас случилась какая-то проблема, связанная с ЖКХ, вы можете позвонить в нашу единую службу. Мы принимаем от вас заявку. У нас есть 3 номера. Первый по городскому 8-103-44-33, второй бесплатный 8-800-301-44-33 и по короткому номеру +5105. Обращения в онлайн-режиме направляются в управляющую компанию для исполнения. Кроме того, все заявки жителей фиксируются, записываются и заносятся в специальную электронную базу. Житель в любое время может позвонить и узнать, на каком этапе находится решение его проблемы. Есть звонящие люди, которые довольны, которые недовольны. Есть даже люди, которые звонят и оставляют благодарность. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за то, что быстро выполнили заявки. То есть... Можно сказать 50 на 50. К единой диспетчерской службе ЖКХ города Люберец уже присоединились поселки Малаховка, Красково, Коренево, Томилино, Октябрьский. В ближайших планах организации охватить весь округ. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.